школу. Альтернатива на праздник последнего звонка. Праздник? Вот здорово! А где пирожное, мороженое, варенье, объедение? Белюлькин, тебе же сказано, праздник последнего звонка, а не праздник сладкоежки. А что такое последний звонок? Звонок бывает трамвайный, телефонный, дверной. А иногда бывает звон в ушах. Как последний? Что, уже никогда ничего не будет звенеть? Зачем здесь столько костей? Давайте рассуждать логически. Мы попали на праздник последнего звонка. Звонок начинается и заканчивается каждый урок. А сегодня последний урок. И последний звонок! Уроки закончились! Это настоящий праздник! Надо веселиться! Зачем здесь столько народа? Не знаю, гости и учителя, родители и ребята пришли поздравить наших выпускников и пожелать им удачи в их дальнейшем жизненном пути.